Yeah, sure. Oh. <laughs> nice. Yeah, so we will um, get to that, but uh, um, just to, to, to begin to get us into the topic. I just wanted to say that uh, there is a lot of people back home that are praying for you, and I've been thinking about you very, very much this I year. And, really and, and I, of course, have been very uh, sad about things in politics, in media, from, from Norway, as an example. И я, например, меня страшно расстраивает все, что происходит на политическом уровне и на уровне новостей в моей стране, в Норвегии. But what I have to say is that но могу сказать, что истинно верующие люди очень многие любят Израиль. И как а, такая мобилизация поддержки, как происходит сейчас в Норвегии среди верующих, я в своей жизни еще такой не видел. Люди молятся, они жертвуют. Some travel, some rights in media. We are in touch with the Jewish communities in our cities. Including the Jewish community and the embassy in Oslo. And this love of God for the Jewish people have been. И я это любовь к Божьему народу, к еврейскому народу распространяется среди номинаций и церквей, которые раньше об этом вообще даже не думали. И я думаю, что Норвегия одна из стран, у которой самое большое количество член произраильских членов

И вы можете быть огромной армией, огромной страной с потрясающими возможностями. Но если вы пойдете войной против этой маленькой страны, вы идете войной против самого Бога. И когда я переживал этот, имел этот опыт, то меня наполнил такой святой страх от Бога. И мы знаем это из Библии истории Библии, и мы знаем также это из современной истории. But, uh, more issue was not God was the но uh, основной uh, вопрос заключался не в том, насколько Бог могуществен против своих врагов, но насколько важно, чтобы Его народ сохранял себя близко к Нему. Аминь? Yes, it's, so it's, he's way powerful enough, but but his people, he wanted them to stay close to him. Он э, могущественный Бог, но самое важное для него это чтобы его народ был рядом с ним. So I think it's this time we have been praying just as much just for the the people of Israel to really turn to God by heart. И поэтому мы очень много последнее время молились чтобы сердца израильтян э, были обращены к своему Богу. So, I wanted just to read from Isaiah 31. And this is one of the examples of the, the history of Israel when it comes to war. From verse 1 Woe to those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in the multitude of their chariots. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и Господу не прибегают. Я думаю, что вы все хорошо знаете эту историю. That the Lord wanted them to to trust in Him instead of trying to rely on some uh, other empire and uh, resources of United States or wh whoever it would be. Как Бог хотел, чтобы его народ уповал на Него искал помощи в других сильных как сегодня, например, мы ищем помощи Соединенных But a bit earlier, it says um, in in chapter 30, verse 15. До этого глава, до этого 30 глава в 15 стихе написано. This is what the Lord, sovereign Lord, the Holy One of Israel says. In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. But you would have none of it. Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели.

so so this uh, this this principle of trusting of God uh, is uh, I think something that is for the big picture and is also for our very individual daily life человека so that's what we want to do also today when we pray for needs that we will rely on the Lord and his guidance to bring help into the И сегодня, когда мы будем молиться за нужды, э, я хочу, чтобы все просто подумали о важности упования на Бога, который только Бог восполняет все наши нужды. So the path of, of walking with God in the Bible is not really that you walk after rules. И когда Слово Божье говорит про хождение за Богом, это меньше про какие-то правила хождения, а больше про водительство Духа Святого. Я думаю, что Бог хочет научить нас доверять Ему и ходить за Ним. И Everyone will know the Lord in the new covenant. Because we will have His spirit. Um, the, maybe the challenging part is that if we are going to trust in God in this way, we need to let go of control. Uh, и я думаю, что самое сложное, самый большой вызов, который э, нам бросают, это когда мы уповаем на Бога, нам нужно отпустить э, вот то, что мы контролируем. И когда у нас есть нужды, нам нужно оставить вот эти постоянные мысли как мы все сами совершим. Но просто довериться Богу. Я думаю, что сегодняшнее толкование недельной главы тоже было об этом. Что Бог хочет, чтобы мы доверились Ему. Чтобы мы не жили нашей собственной логикой, но чтобы мы больше жили верой. Кто-то со мной согласен.

He is quite a new believer. Both him, his wife, the family, and also family members in their family have come to faith. And Yeshua is teaching them to walk as disciples. учит их, как быть э, их уч его учениками. Потому что это наша цель во всех наших собраниях, для того, чтобы новые люди приходили к Господу Ишу и становились его учениками. So this brother, he got up at и этот э, брат, он проснулся в три часа ночи утра для того, чтобы просто сесть и ожидать Бога. And it was already very early to get up <laughs> so, uh, but he, he he heard from the Lord uh, be still and know that I am God so he shared that we went to the airport then I come there and then the flight is delayed И я, мы приехали, а полет мой был задержан. Uh, so, um, really uh, и um, я думал, может быть, мне другой билет попытаться найти с другой компанией, потому что я очень хотел побыстрее попасть сюда. Uh, and then i had to spend like uh, a thousand euros to get a ticket but we, we prayed and we decided uh, we decided i think i think it's going to work out <laughs> so you see it's very very simple you, you stop and ask the lord and listen and then we kept going in faith. Это очень просто. Вы останавливаетесь, вы просите Господа, и потом просто продолжаете двигаться в вере. Although I know it's a little bit like not very important uh, example. Может быть, это не очень важный пример. Yeah. So I take the flight and I end up in Copenhagen and I lose my next flight. То есть у меня просто был connection. Я приехал в Кабенгаген, а свой самолет в Израиль, естественно, пропустил. Я yeah, no, yeah, именно этого и ожидал. Я yeah. uh, yeah, пошел э, к, э, пред, куда нужно, и они мне э, забронировали новый полет. In uh, и нужно было мне вместо через Амстердам поехать через Швецию. Но когда я приехал туда, то уже не было места. И я был близок к тому, чтобы на тот самолет, на который я хотел попасть, тоже бы не попал. Но они нашли для меня uh, какое-то место, и я uh, полетел через Сурих. Но когда я приехал в у меня и когда я приехал в Цюрих, то мне нужно было еще подождать для того, чтобы поехать в те, прилететь в Тель Авив. And they put me on an El -Al flight. Mm -hmm. А, э, то есть Цюриха до Тель Авива э, там очень мало было времени, и мне Я не get извините. Они поставили меня на me on El Al's flight, mm -hmm. and I had way too little time. Uh, мне, и потом они меня посадили на рейс и лали, и мне пришлось подождать. I had to get from one terminal with train to the furthest terminal, etc. etc. Et uh, uh, so what happens that when the flight stops, um, they send me out together with the business class people and they stop the rest from leaving the airport, yeah. the airplane they me the business class. Uh, uh, не со всеми остальными. И они меня поэтому посадили на автобус для того, чтобы более быстрым путем добраться. И потом я буквально бежал и подбежал к огромной очереди проверки паспорта. Я прошел всю эту очередь, прошел внутрь. And then I just get into the train and it takes us to this other terminal. And then I keep running and I'm able to get to El Al and I get on the plane because the plane was delayed. У меня было очень мало времени, я буквально бежал, и только потому, что самолет Иляля тоже задержался, я смог наконец-таки сесть на этот рейс. Может быть, кому-то кажется, что это каждодневная практическая ситуация. А потом я подошел к проверке безопасности Иляля. And we have designed this at home. И мы э, 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 вот эти вот э, такие футболки дома э, сделали. Здесь у нас Маген Давид, как вы видите, а на рукаве написано «Друзья евреев»

And I think they were the reason I ended up on that flight. because uh, we end up with this uh, open Bible uh, talking on the flight И я был шанс засвидетельствовать им об Ишуа. Это было просто очень особенный опыт, когда я мог говорить этим людям об Ишуа. И то, что началось как какая-то безумная, странная ситуация, закончилось прекрасным... Uh, and I think that's often how it can be that uh, sometimes we don't understand uh, how God leads or how we're going to solve a situation. But he knows how he will do it. И я думаю, что очень часто мы не понимаем, почему с нами все это происходит, и почему мы попадаем в такие сложные, странные ситуации, но только Бог видит окончательную точку, и Он знает, для чего все это делается. Needs, и очень часто Бог не думает про наши личные нужды, но Он думает про, люд, про людей, которым мы можем послужить. So for example where where we have been living the the last few years we experienced that God put us there because of the people that live there. И там те места где мы жили в последние несколько лет мы точно знали что Бог нас поместил туда ради людей которые там находятся. And there were certain families he wanted us to get to know and be a witness for. И там были определённые семьи с которыми Бог хотел чтобы мы познакомились и которым чтобы мы свидетельствовали. But now we, we have grown out of our little apartment Сейчас мы немножко э, численно выросли для нашей маленькой квартиры. Uh, right a, right сейчас у нас нормального места для жития нет, потому что мы собираемся продать нашу квартиру. Kind of like uh, сейчас нас при, приютили наши друзья на кое-какое время. Uh, but then но uh, no, uh, uh, Бог нам дал Слово из Послания к Евреям. Is 11, uh, послание к Евреям, 11 глава, 8 стих. Очень долго я молился о моей ситуации, и uh, это то Слово, которое я получил от Бога.

И как только мы получили это слово, то мы получили полный мир в нашем сердце, хотя что мы должны идти туда, куда мы не знаем, и жить там, куда мы то место пока нам не показали. И наша старшая дочка, ей 6 лет. And she goes around telling people that we are on an Abraham journey as a family. <laughs> He tells. She's really saying. He's, she's reminding me that we are on an Abraham journey. <laughs> and I, I love, you know, how, how God is teaching our children. Very simple, practical ways. How we should trust in Him first, of, first and foremost.

И последнее местописание, которое я хочу вам сказать, перед тем, как мы сейчас перейдем к молитвенной части, это то самое известное местописание, которое мы все знаем, это Иоанна, третья глава. it's this uh, nicodemus and it's from uh, we can read from verse uh, 5 jesus answered i tell you the truth no one can enter the kingdom of god unless he is born of water and the spirit Ишо отвечал: Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. где угодно. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Do you hear it? It wants <laughs> you. You hear its voice, but you don't know where it comes from or where it is going. This happens to everyone born of the Spirit. So, there is a, a logic of the Holy Spirit that is not the same as the logic of our head. Uh, and this trust in this logic is what we want to uh, integrate in our life. Uh, доверие этой логики ⁇ это то, что будет определять нашу жизнь. И это то, что Иешуа постоянно пытался передать и внушить своим ученикам. Есть, был, был такой случай. Uh, ты несколько тысяч людей, и не было для них еды. Uh, человеческая логика сразу говорит: невозможно накормить всех этих людей. Uh, bread, и тогда Иешуа разделил, uh, умножил хлеб и рыбу. Lake, uh, Kineret, they uh, поднялся, uh, поднялась буря на uh, море Кинерет, и они думали, что они сейчас потонут. Yeshua is surprised of how stressed they get. <laughs> and he's actually like, where is your faith? <laughs> there are lots of people that are sick or demonized and they need help. Uh, много, столько было людей больных и одержимых, uh, которые нуждались в помощи. Uh, и люди удивлялись, насколько uh, быстро Иешуа исцелял и освобождал их. Но потом наступило время, когда он послал своих учеников одних без него делать эти чудеса. So all these stories are very nice to read and nice to know but it's more challenging when it's about your life все эти истории прекрасно читать и знать но когда они намного сложнее воспринимаются когда это касается вашей жизни. И когда это касается вашей жизни, то это требует шага веры, который Иешуа приглашает каждого человека сделать. Что вам нужно, вам не нужно.

И самое сложное, что обычно в таких ситуациях мы остаемся с нашим беспокойством. А Иешуа хочет привести нас в место мира. Очень много мы с Женей говорили про на эту тему.

И это намного более широко, чем мы можем охватить. Возможно, у вас очень сложная ситуация. Но в вашей сложной ситуации Бог может дать одно очень простое слово. И если вы будете следовать этому слову и действовать согласно Ему, то so, uh, вещи начнут меняться. Поэтому не всегда решения Бога, они супер сложные или супер великие. Иногда они очень простые. Но мы получаем их через откровение, через доверие. That's also how we have seen with this topic of deliverance that was mentioned that we're going to have some focus on. And, and that is then when we, we come to the Lord with. Uh, Это происходит, когда мы приходим с нашими эмоциональными вопросами, которые накопились в нашей жизни к Богу. Я, например, нахожусь в депрессии или я имела очень много страха в моей жизни. Uh, maybe uh, relationships are not working out возможно, in my life. взаимоотношения не выстраиваются в моей жизни. I'm not able to do the things that I want to do, but I, and I know it's right to do. Возможно, я не так не дохожу до того, чтобы делать какие-то вещи, которые я должен делать, и я знаю, что это правильно, если я буду их делать. And then we simply we we pray together and then we listen to the Lord. И uh, в таких ситуациях мы можем просто вместе помолиться, и потом мы будем слушать Бога. Uh, и тогда он иногда что-то дает, приносит в жизнь человека. So when it comes to, uh, or и когда uh, это касается освобождения или свободы, It could be, for example, that um, the root cause of this is uh, like a trauma you went through, for example. <laughs> является какая-то травма, которую вы пережили. Like that, need, uh, когда что-то когда-то зашло в вашу жизнь и от этого вы э, должны освободиться. А Ключ может быть покаяние в каких-то особых сферах вашей жизни. The key can be Through generations. И uh, также ключом может быть покаяние uh, в uh, вашей uh, проблеме, которая переходила из поколения в поколение. That's a lie and that up for and for Или your вы life. верили во что-то, что, uh, что uh, во что-то ложное. Какие-то, может быть, приметы, и это принесло зло в вашу жизнь. Два простых примера. My wife uh, had a lot of struggles with um, that. When things got difficult, she would kind of give up easily. Uh, как, моя жена очень сложно воспринимает какие-то трудности. Down. Она сразу закрывается. To, to и очень сложно ей справляться, с, когда приходят трудности. No и мы даже не понимали, ну почему так ей вот сложно <laughs> это дается. И, и, и один раз мы просто сидели дома у себя в гостиной и спросили Бога.

Это было в Латвии. И так как никто не мог позаботиться о ней, оставить ее с кем-то, то ее взрослые взяли ее домой к этому дедушке. Was, course, Это, естественно, была семейная трагедия. Но

и она sometimes. как маленькая девочка просто услышала это слово и ей э, вот зашло в нее, что в каких-то вопросах смерть это идеальное решение. So Death into her life. И поэтому вот это а, услышанное слово открыло дверь в ее сердце для того, чтобы дух смерти зашел в это отверстие. Поэтому, когда она увидела, что ответом на решение какой-то проблемы, вместо того, чтобы бороться, это просто умереть и успокоиться. So, when this revelation came, it was actually very easy to, to, to get freedom for my wife. She simply prayed and said, I repent um, from believing that death.

And she changed. And from that day until today we have never had again that reaction of hopelessness in our marriage. And from с day until today, какими бы сложностями мы ни сталкивались, никогда больше мы не имели безнадежность и она не чувствовала больше такой безнадежности в нашей семейной so, жизни. Это духовная реальность, которая действовала на нашу жизнь и никакими человеческими способами мы не могли решить ее. Another situation was a married couple that also had challenges in their marriage. Еще одна была ситуация, одна э, семейная пара, которая также имела э, вызов в своей семейной жизни. I, I this, like, а мы молились, и у меня ко мне пришло слово знание. Иешуа, yeah, so конечно, знает вещи, которые э, у каждого человека происходят. И я начал думать про восточную Yeah. Восточную духовность. Очень такая редкая мысль в такой ситуации. Но Господь очень мудрый. Поэтому слушайте Его. И я спросил: Ты или твоя семья когда-то занимались? восточной uh, духовной практикой. И она сказала, мои родители верили в Хари-Кришну. Но я в это никогда не была вовлечена. А потом prayer. она сказала, нет, не, вроде я как-то один раз ходила и попросила им что-то мне предсказать. И тогда она, когда вспомнила об этом, она покаялась и просила Бога прощения за это. И мы приказали этому духу и изгнали его. Like потом right? и потому что когда она покаялась у нее у этого духа не осталось никакой э, законной возможности оставаться в ней больше face, uh, и тогда ее лицо физически изменилось like this hardness, this и вот эта вот э, тяжесть и гнев uh, оставил ее And their after и тогда ее uh, брак изменился в тот же момент So there are, there are all these like very real things in life where, where which is also an area where Yeshua wants to both minister to us and he wants to teach us how to minister to each other. Yeah. And the great news is, of course, is that he, he so deeply deeply loves us. И а самая прекрасная новость это что Ишуа настолько глубоко любит нас, he has such и он имеет к нам такое сострадание. When he see all the needs of the people, когда он видит нужды других людей, он хочет прийти и восполнить эти нужды. И тогда мы можем ходить с ним и служить другим людям, восполняя их нужды.